Всем привет-привет! С вами снова я, Ольга Карпович, ну и, конечно, с новеньким заказиком по каталогу 7. Напоминаю, что он у нас действует вторую неделю, еще до 19 мая, но у нас в Беларуси, обращаю ваше внимание, сейчас идут большие выходные, поэтому, когда делаете заказ, обязательно посмотрите на дату доставки. Помним, что приходит на день раньше. Почему? Потому что сейчас комплектация заказов не так, как есть. Допустим, у меня на пункте выдачи выходит даже неделя выходных. Так что обратите на это внимание. Ну, а у кого нет личного кабинета, хочу вам показать, какой классный подарок вы можете получить как новый покупатель. У нас всегда новым покупателям компания дарит подарки. Бесплатного, как говорится, ничего нет, по 1 рублю. И на этот раз, я думаю, вы видите серия Суян, и это идет кислородный пятновыводитель, который обычно, по-моему, где-то 11 рублей, и гель-концентрат для мытья посуды, по-моему, тоже 5,79. Грубо говоря, практически на 17 рублей компания вам подарит подарок, но для того, чтобы на него выйти, вам нужно оформить регистрацию или личный кабинет. Если есть знакомые, можете обратиться к ним. Если нету, под этим видео, в принципе, и под всеми видео есть анкетка, вы ее заполняете, и я буду вашим наставником-помощником. Дальше, оплатить заказ в ценах каталога до 49 рублей, то есть работает автоматически скидочка 20%, оплатить до конца каталога, как я уже сказала, до 19 мая, и за вами закрепится вот такой вот классный подарок, пятновыводитель и средства для посуды. Добавится за 1 рубль с очередным заказиком. Ну, а если вас что-то заинтересует из того, как говорится, что я буду показывать, это все в сумму входит. И первое, что я хочу показать, это дефицит, который Россия покупает уже 2 каталога. Нам только дали. Я недавно показывала вам, какими коробками приходят эти биокапсулы. У меня было больше. Уже заказчики, как говорится, разобрали. Я пока еще не тестировала, но уже оставила. Значит, артикул 30.0.31. Это биокапсулы 15 штук с энзимами, универсальные, идут для белого, для цветного, устраняют загрязнение, потому что сразу идут с пятновыводителем, устраняют серость, если для светлого, возвращают цвет, если для цветного, плюс сохраняет ткани, то есть препятствует растяжению, и плюс, как всегда, как все наши средства для стирки, защищают стиральную машинку. Капсула одна рассчитана до 4 кг сухого белья. Для большего количества стирки, потому что сейчас же есть машинки 6 и даже, наверное, больше килограмм, значит, используем 2 капсулы. Или если у вас сильно загрязнено белье. Я уже сегодня на офисе всем показывала, вот специально привезла половину пачечки, себе оставила, чтобы девчонки смотрели, что они с собой представляют. Что мне очень нравится, обычно, когда ты заходишь в масс-маркет, особенно там, где продаются порошки, капсулы, там уже прям слышно химозный запах. А если ты вскрыл ту упаковку, тогда прям, ну не знаю, я лично не люблю, чтобы был такой аромат. Плюс этот аромат остается на одежде, и уже, как говорится, логически понятно, что если одежда до сих пор пахнет вот этим порошком, неважно каким, значит, она не выстиралась. Значит, оно все осталось. Смотрите, вот как выглядит капсула. Не вздумайте ничего разрезать, потому что все вытечет. И мне кажется, вот сама вот эта оболочка, я правда скажу вам честно, никогда в жизни не покупала никакие капсулы. Хотя давным-давно, как говорится, все мы этим промышляли, ездили в Польшу и продавали, но я уже, ну, с самого начала где-то рассказывала, что я только пользуюсь порошком Faberlic. То есть капсулы я не пробовала, но мне кажется, в обычных капсулах там намного плотнее это
оболочка, но что мне нравится, и вскроешь капсулу, и так принюхиваешься. Легкий такой вот цветочный аромат. Сейчас даже скажу, с чем здесь у нас. Так, так, так. Вот мне кажется, личи. Ну, здесь, в принципе, показаны. Традиционные корейские экстракты. Ну, очень классный аромат. Такой вот какой-то цветочный, но не удушливый. И, как я уже сказала, мы сегодня, не сегодня, а вчера считали с девчонками, что даже если ты стираешь 3-4 раза в неделю, уже логически понятно, что этой упаковки тебе хватит на целый месяц. Так что обратите внимание, в предыдущем видео я рассказывала, что 3 раза они уже поступали у нас на склад, 3 раза разбирались, и вчера поступали на склад, и сегодня поступали на склад по 1000. И уже, сейчас не знаю, но до этого уже оставалось меньше 60 штук. Так что имейте в виду, как говорится. Дальше. На акции в этом каталоге все салфетки, все полностью. Поэтому вот есть у меня любители салфеток для стекол, артикул 11032. Помним, что все салфетки, главное не использовать никаких средств, моем обычным хозяйственным мылом, и если еще включено отопление, не сушить на батареях. Есть девчонки, которые вот эту универсальную салфетку для стекол берут на все. На машину, на натяжные потолки, на сайтинг, на кухню и так далее и тому подобное. Просто, как говорится, ты же не будешь салфетку, которую использовал на кухне, и мыть стекла. Как бы это уже нелогично. Так что рекомендую. Ну, это брали раньше. Сейчас, конечно, у нас огромный ассортимент. Но кто попробовал, пользуются ими постоянно, и просто она уже как бы приходит в негодность, и хотят обновить. И, как я уже сказала, по-моему, наверное, на 50 копеек дешевле, чем обычно выходит. Ну, там 50 уже и рубль, и 2. И я всегда рекомендую иметь такую салфеточку про запас на подарок. Это классный подарок и мужчине, и женщине. Дальше на акции сейчас очень классный крем. Гель-трансформер, я уже показывала тоже не раз, и он сейчас очень-очень дешевый, без акции он где-то 23 рубля, когда по акции 17, а сейчас 11,59 в ценах каталога. Это, как я уже сказала, гель-трансформер именно как водичка, он очень классно наносится, подходит для любого типа кожи, для любого возраста. Чем он многим нравится, что он универсальный, то есть вы его можете взять и пользоваться им и утром, и вечером. Плюс он идет возрастной, то есть смотрим, ну, конечно, по состоянию кожи, но вот 30+ можно брать смело. Содержит муцин улитки, который, значит, ускоряет восстановление клеток, глубоко увлажняет, питает, смягчает кожу, способствует борьбе с шелушениями и покраснениями. Также витамин В3. Легко проникает в клетки кожи, восстанавливая ее защитные функции, повышает эластичность, борется с пигментацией и следами от акне. Кто не в курсе, кстати, вся серия ICU, это идет с борьбой против пигментации, только у каждого, как говорится, своя степень. И, как здесь написано, легкий гель с невесомой текстурой, вот прям то, как и написано. Если взять, нанести немножко на руку, он прям будет стекать, и все будет по дороге, как говорится, пока он стекает, все будет впитываться. Прям просто нужно попробовать. У меня есть девчонки, которые уже по года 2 берут именно его, и как только на акции по 2-3 штучки. Проверено. Если пользоваться честно, как я говорю, вам тюбика хватит на месяц. Артикул его 0,875. И кто в курсе, что если что-то на акции, я всегда смотрю срок годности, можно смело брать, срок годности хороший. Дальше. Что-то позабыла, позабросила я свой кондиционер, который стал у меня любимчиком. Это «Мелодия солнца», защита цвета 30-851. На данный момент мне это самый классный, самый вот крутой аромат, как говорится. Дальше сейчас очень дешевый серии Greenly Bio очиститель
освежитель воздуха акватический, цитрусового давно нету. Артикул 10901. Он идет у нас с эфирными маслами. И он абсолютно, как вам сказать, он имеет запах, но практически нет запаха. То есть он идеально подойдет для аллергиков, для тех, кто не любит никакие ароматы, но именно чтобы очистить воздух. И здесь 250 мл. Как я уже сказала, он обычно 4 или 59 или 29, а сейчас 3,69, точно так, как и остальные освежители. Дальше сегодня тоже на пункте выдачи рассказывала, что, конечно, я все пробовала, но вот именно это средство для унитазов я пробовала, когда только оно появилось. Но я думаю, вы уже поняли, что я не люблю запахи, ну вот именно такие невкусные, как говорится, если это не парфюмерная композиция, если это какие-то чистящие. Так вот, со всех средств для туалета именно вот это средство имеет она так и называется, хвойный микс. Но здесь, если внюхаться, здесь не просто лесом пахнет, есть еще эфирные масла, я бы сказала, эвкалипта. Одним словом, не очень вкусненько пахнет, но что-то я решила давно не брала. Отзывы классные, справляется на ура, здесь без красителей, без хлора, без отдушек. Работает в жесткой воде, а у нас в городе очень жесткая вода. И плюс обычно это средство было даже больше, чем на рубль дороже, чем другие средства для туалета. Сейчас цена такая же, поэтому спешите. Артикул 10898. Но, как я уже сказала, имейте в виду, там, как говорится, ядреный запах. Дальше заказала новенькую себе мочалочку. Взяли малинку, артикул 910334. Потому что апельсин у нас есть. И почему я взяла? Я не знаю сколько, может год той мочалки, может больше. Уже доказано, здесь вот везде мыльца. Мыльце, по-моему, хватает вот 10-15 применений. То есть 10-15 применений вы можете смело мыться просто мочалкой без геля, без мыла. То есть оно само по себе пенится, а потом у вас остается сама по себе мочалка. Просто уже эта мочалка как бы некрасивая, уже волокна, знаете, сыпятся, ну, как бы нужно обновить, как говорится. Так что обновили, но кто не в курсе, у нас их три вида. То есть беленькая с сердечками серии Love Story, и дальше вот малинка и апельсин есть еще. Так, сейчас очень дешевый на акции спрей вуаль для интимных зон. Сейчас идет лето. Артикул его 28,80, все-таки, как говорится, где-то в дорогу или в сумке пусть будет, и хорошие сроки, ну, сейчас на 3 рубля дешевле, чем обычно. Свежий, ну, сколько, 5 месяцев даже нету им, так что спешите, артикул 28,80. Так, после праздников решила восстановить кишечник, поработать и, как говорится, скинуть лишние килограммы, которые пришли с праздника. Кто не пробовал, просто рекомендую. Когда я впервые попробовала, скажу вам честно, мне тоже как-то не очень зашло. Не люблю я всякие там слизь, ну, как бы не каши я не люблю, ну, как бы не по этим я делам. Но просто нужно приловчиться. Значит, это идет детокс-смузи. Не смотрите, что здесь нарисована клубничка, сразу хочу сказать, и близко не клубничка, но очень полезная. Значит, в составе клубника сушеная в порошке. Дальше семена чиа, псиллиум, это шелуха подорожника, свекла сушеная тоже в порошке, экстракт стевии. Значит, употребляем натощак или перед приемом пищи для уменьшения объема порций. То есть вы смотрите сами для себя. Здесь у нас 15 порций, по-моему, нет, 25, 15 калорий, 25 порций, то есть практически на месяц. Так, используем 2 ложки
Чайные залить 150 миллилитров или теплой воды, или кипятка обязательно, не холодной, чтобы оно все растворилось, чтобы оно набухло. Если вам, как говорится, очень противно, можно больше налить водички, чтобы потом быстренько выпилось. Но в чем суть, что вот эта смесь, кроме того, что она настраивает работу кишечника, не бойтесь, расстройства желудка не будет, но при постоянном ее использовании идет даже лечение самого по себе кишечника в целом. То есть, если вы постоянно, там, как говорится, неправильное питание, есть какие-то где-то проблемы, что мы помним, что уменьшается микробиом кишечника, вот эти вот, как их правильно называют, ворсиночки, которые помогают растворять пищу, тоже уменьшаются, а вот благодаря вот этому смузи можно все восстановить. Но понятное дело, не после одной пачки. Как говорится, вы портили кишечник годами и хотите, чтобы одна упаковочка вас спасла. Увы и ах, этого не получится. Но когда общаешься с людьми и узнаешь, что некоторые на самом деле реально очень плохо ходят в укромное местечко по тяжелому, как говорится, а это все должно работать как часики, когда вы узнаете, что такое настоящая легкость, что такое опустошение кишечника и нет запоров, вы поймете, что это этого стоит. Плюс лечение идет кишечника. Артикул 15794 рекомендую. На акции бывает, но очень и очень редко. Очень. Поэтому просто рекомендую. И опять же, срок их небольшой, то есть не так, что взять про запас, а просто привыкнуть, к примеру, раз в каталог брать для себя, как я уже сказала, на 25 порций. И на акции сейчас классные сыворотки. Опять же, именно вот эти я не брала. Серия коллаген появилась, по-моему, в конце прошлого года. Куркума где-то года полтора назад, но именно эти я не пробовала. До этого у меня практически на постоянной основе была с коллагеном. Но я прям чувствую, что кожа хочется чего-то нового. У меня, конечно, есть уже серия золотая, но я почему-то подумала, что на лето она у меня все будет тяжеловатой. Поэтому сроки, как говорится, хорошие. Я решила оставить на осень. А сейчас взять вот эти вот сыворотки и будем пользоваться. Первое, что хочу обратить внимание, сейчас все вот такие вот штучки, надеюсь, вам видно, сыворотки идут запаянные. Вот. И с одной стороны, и со второй. Чтобы, как говорится, никто не вскрыл. Поэтому, если вдруг вы получили на пункте выдачи и здесь вскрыто, имейте в виду, это кто-то влез. В крайнем случае бывает такое, что если много заказов, плотненько, как говорится, пакуют, где-то что-то смялось, но я думаю, если что-то смялось, то видно будет по упаковочке. Так имейте в виду, что все запаяно, а так как я люблю смотреть сроки, то сроки есть сразу написанные с обратной стороны. Тоже все свежайшее, конец 23-го года. Значит, первое. Сыворотка. Они сейчас по 11 рублей по каталогу. Помним про скидку. Значит, витаминная сыворотка концентрат. Раз концентрат, значит экономная. Это идет у нас концентрат куркума с активными компонентами куркумы, витамином С, В3Е. То есть то, что нужно для кожи сейчас. Защищают от повреждений свободными радикалами. Способствует сокращению пигментации. Осветляет, выравнивает тон. Повышает выработку коллагена и церамидов. Первое, что хочу сказать, что если что-то где-то есть, что написано, что против пигментации, помним, значит, или когда нет солнца, или же все-таки, ну, например, себя привожу в пример, если хочешь пользоваться, чтобы больше не становилось, пользуемся только вечером и когда вы 100% уверены, что вы на улицу не пойдете. И что мне нравится, что наносить и на лицо, и на шею ее. И здесь, кстати, много, 30 миллилитров. Значит, способ применения здесь написано, несите утром и вечером. Но опять же повторюсь, чтобы не было пигментации больше, лучше
Или вот брать ее осенью, начинать пользоваться, когда уже 100% знаешь, что солнца нету, допустим, там октябрь. Или же просто пользоваться вечером. Артикул ее 28,59. По-моему, на 7 рублей дешевле, чем обычно. И такая же цена сейчас в сыворотке коллаген О2. Значит, сыворотку помним, что наносим под крем. И одну, кстати, и вторую. Значит, это сыворотка-бустер, тоже 30 мл, артикул 13,80. Значит, стимулирует синтез коллагена кожи, борется как с глубокими морщинами на лбу в области носогубных складок, так и с гусиными лапками. Обладает лифтинг-эффектом, улучшает контур лица, легкая текстура сыворотки быстро впитывается, подготавливает кожу к следующему уходу. Здесь... Почему я брала именно эти сыворотки? Вот эту сыворотку пишут, что можно наносить и на лицо, и на шею, и на область декольте. И так, больше не пишут, когда наносить. Так, значит, можно утром и вечером. А вот эту я рекомендую сейчас, когда вот именно берете вечером. И помним, что для наилучшего эффекта работы вот эту сыворотку лучше брать с кремом. Сейчас, кстати, очень выгодная цена в наборе дневной и ночной. Так, ну и последнее, что я хочу вам показать, оставила на конец. Это что еще я не брала из новиночек по каталогу 7. Просто их тогда еще не было. Это из серии парфюмерия, которые относятся к турецкой коллекции, появились точно такие, как говорится, смотрели по популярным ароматам, и мужской, и женский дезодорант. Значит, это зелененькая Джема Эльхна, 35-35 артикул, 75 мл, как и всегда. Ну и мужской Акизур аромат, 36-36. Эти дезодоранты повторяют ароматы водичек, то есть удобно брать с собой, или же можно, в принципе, дарить детям-подросткам, которые тоже хотят, как говорится, чем-то пшикаться, пользоваться, но водичку, у каждого, как говорится, свои нюансы, но вот кто-то говорит, что воду просто выливают, очень пользуются, обливаются, так что пусть обливаются дезодорантами. И помним, что это дезодоранты, то есть не антиперспиранты. Можно пользоваться этими дезодорантами и как обычными антиперспирантами. Но так как это дезодорант, они не содержат соли алюминия, если у кого-то есть какие-то предрасположенности. Ну и последнее, что хочу показать, это в серии страны новый гель для душа Мальдивы. Артикул 1755, свежайший мартовский аромат, просто бомба. Знаете, не знаю, здесь у нас что пишут? Что здесь у нас так не написано? Вот, да, кокос и фрэнджипани. Хотела сказать, что кокос, но такой не ярко выраженный. Поэтому, если в новом летней коллекции такой оранжевый, где 500 мл, там ярко выраженный кокос, здесь он не ярко выраженный и прям... Очень классный аромат. Я, конечно, очень скучаю по гелику из этой серии Непал, но вот кто любил тот дезодорант, обратите внимание на Мальдивы. И сразу хочу сказать, обратите внимание, что не значит, что он какой у нас там бирюзовый, что здесь мужской аромат, здесь нет ни мужской аромат. Просто такое разделение баночек. Ну, на этом у меня все. Но, конечно, еще не все по заказу. По каталогу 7, еще 1,5 недели он действует, еще постоянно пишут, так что будут еще обзорчики. Ну и, конечно, буду держать вас в курсе, рассказывать про новинки и акции, которые у нас есть и существуют. Напоминаю, что для того, чтобы покупать самостоятельно, вам нужно оформить анкетку под этим видео. Я буду вашим наставником, помощником.
Ну а если вас кого-то интересует именно работа в интернете, но опять же повторюсь, я могу с вами работать, если у вас нет личного кабинета. Если у вас есть личный кабинет, я, как говорится, вам ничем не могу помочь. Вам нужно писать своему вышестоящему директору. Ну а у кого нет и хочет попробовать новый сетевой, как я всегда говорю, пишите мне Viber, WhatsApp, Telegram. Под этим видео все есть, пишите на канал, пишите в соцсетях, все-все-все ссылочки есть под этим видео. Ну и, конечно, не забываем подписаться. Всем пока-пока. С вами была Ольга Карпович.